На площади у кинотеатра «Искра» заметное оживление. После установки ледяной горки здесь слышен детский смех и неутихающие споры, кто будет спускаться первым. В веселом досуге главное не увлечься и не забыть о правилах безопасности, потому что лед – штука серьезная. Сотрудники ГИБДД контролируют обстановку. Сегодня с отрядом ЮИТ из 5-й школы мы напоминали нашим родителям, деткам, соответственно, о безопасности, о безопасном поведении на горках. Как вести себя, как можно кататься, как нельзя кататься. Такие мероприятия ГИБДД проводит регулярно. Главное – донести до детей правила в веселой игровой форме. Например, с помощью картинок и листовок. Также сотрудники госавтоинспекции вручили детям полезные подарки в виде браслетов и наклеек со светоотражающими элементами. Вы у нас еще и были заметными, да, на дороге? Дети подходят к зимнему развлечению ответственно. Если вы вдруг не знаете правила поведения на горке, они вам расскажут. Всегда уступать дорогу детям, которые стоят внизу. Никогда не ехать, если кто-то перед тобой уже съехал и еще не ушел с горки. Также, если ребенок не может встать с горки, потому что скользко, надо ему обязательно помочь, чтобы и другие не ждали, и он встал. Иногда горки на дворовых территориях местные умельцы делают сами. В этом деле главное помнить, где устанавливать такой объект, чтобы безопасности детей ничего не угрожало. Уважаемый родитель, если вы увидели несанкционированные горки, которые выходят на проезжую часть дороги, хотелось бы обязательно вам напомнить. Позвоните или сообщите каким-то образом в дежурную часть ОГИБДД МВД России по Ленинскому городскому округу, для того, чтобы безопасность наших детей превосходило все опасности. Проводите зимние каникулы весело, а главное – безопасно. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.